Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня завершающий этап седьмых кошмарок. Сегодня мы должны добить, наверное, одну из самых сложных для гарнизона, по крайней мере, кошмарок. Это 7-9. Почему? Потому что там не на ком зацепиться, скажем так. И это реально проблемно для гарнизона. Нам сложно будет. Ну, хотя посмотрим. В прошлый раз я уже когда-то проходил. Мы прошли без проблем. Думаю, сегодня тоже пройдем без проблем. Так, тыковка. Гарнизон не вцеплять. Тонище. Так, ледяху такое интересное вцепить. Мангела. Так, тыква. Вместо Минотавра ангела закинем для подхила. В принципе, должно нам этого хватить. Стандартный наш набор. Единственное. Чтобы по максимуму отхила хотя бы было по магии, все стабильно, все стандартно. Я пока попробую такой вариант, потом попозже мы с вами попробуем еще вариант. Так, гарнизона у нас нет. Попробую вариант с камнепадом и метеором, по-моему, и я не помню, как он там переводится, и валуну. Но я думаю, нам, в принципе, этого варианта хватит, чтобы пройти. Это стандартный набор, с которым я всегда проходил подземки без проблем. Ну, на восьмых там уже мы брали, потому что там есть нюансы. Я не знаю, что мы гарнизоном будем делать на восьмых. Там, ну, по сути, там надо только уклонение. У нас нету возможности ни чар, ничего, поэтому хрен его знает. До восьмых то мы дойдем. Дальше я не знаю уже. Возможно, где-то частично каких-то будем использовать гарнизонных героев. Такс. Ускорим процесс. Поехали. Поехали, посмотрим, что там у нас получится вообще. Может, мы и до восьмых не дойдем. Так, ну здесь все очень просто. Здесь тотемов дофигища. Самая основная наша задача вроде как бы где-то зависнуть на ком-то. А я не успел Иронина заморозить. Во-во-во-во-во, вот вам, ребятушки, вот вам, ребята, кошмарка. Давайте тащите, блин, 47% бочка. Давай тащи. Вся, короче, ребята, надежда на бочку. 47%. Остался один Анубис, бедолашка. Гарнизон. Блин, обидно. Неплохо было бы с первой тычки. Пройти, но, к сожалению. Так, ну что, пробуем еще разок. Я высаживаю героев чем подальше.
Почему, я думаю, вам объяснять не буду. Так, ну единственное, что я в первой попытке не спамил юнитами, возможно, из-за этого. Так, 34%. Результат похуже. Блин, 47, конечно, это было круто. Так, нанимаем опять героев. Нанимаем все, поехали. Чем плохая эта подземка по сравнению с предыдущими? Здесь мне нет. Попробуем с тыковки стартануть. Так, Ронина вроде заморозили. А мне нет, где здесь зависнуть. Вот самый большой минус. 37. Ну, давайте. Смотрите, сколько я вам уже юнитов послал, блин. Пипец. Анубис их всех нафиг сольет. Остается бочка. 37%. Блин, почти. С Ронином, конечно, не успеваю его, ну, хотя, в принципе, меня, смотрите, вообще просто слили сейчас на изи. Успеваю заморозить Ронина. Да, первая попытка, конечно, классная была. Сейчас попробуем немножко ниже опуститься. По центру мы тоже раньше когда-то так проходили. Единственное, здесь надо заморозить Ронина и быстренько всех выкинуть. Что-то идет опять не так. Или так? Ну, 28, 30. 32 нет. Мы и с угла раньше начинали, но тут с угла немножко не тот состав. Раньше мы брали сюда одержимого. Тоже неплохие были заходы, одержимый когда-то здесь творил чудеса. Ладно, пробуем наш первый вариант. Подальше, наверное, магию закидывать. Во-во-во-во-во, видите, у меня нечем. У меня, по сути, 39-40, ну, блин. Ворожей не хватает. Был бы ворожей. У нас в чем проблема? У нас в тотемах ара сидят, и они деактивируют, снимают бафы, по сути. Кидывают молчание, и у нас проблема получается. Наши герои становятся очень уязвимыми. Сейчас я заморозку немножко позже выкинул, но видите, башенки нам помешали, тыковка сдохла, все. Надо быстрее заморозку закидывать. Ну, пробуем. Говорил, что это самая такая для многих геморная подземка, потому что здесь очень проблемно где-то зависнуть. Видите, магию надо сразу практически все юзать. То есть заморозки и прочее, тыковка сливается. Что-то начало тыква у нас сливаться. Странно очень. Очень странно. Тут
Кто-то ее там конкретно жестко долбит. Вот ведьма не попала в заморозку. А сейчас попробуем с вами немножко дальше заморозку закинуть, чтобы побольше героев. И активировать, скажем, раз, два, заморозку аж туда. Но единственный минус вот такого вот такой вот выкидки, как я только что сделал, немножко ее неправильно сделал. А у нас героя получается. Хотя нет, вроде нормально. Вот опять словили тотем. Сейчас он без у нас должны слить. Немножко неправильно я выкинул магию. Надо было щиты, а потом магию кидать. Я выкинул магию, три магии, а потом выпустил героя. Получается, не успевает. Не хватает мне немножко магии. Да, вот туда подальше. Самое главное, вот сейчас будет тотем где-то Анубиса, блин, и он самый противный. Воу-воу-воу, давайте, ребята, 47. Да, блин, опять 48. 47-48%. Это троллинг. Просто писец. Обидно. Почти. Раньше мы набивали 30-40%, это был вообще кайф. Сейчас 48 гарнизоном. То есть разница. Тритона слили, все, можно выходить. Без тритона мы тут ничего не сделаем. Здесь основную роль у нас исполняет тритонище. Блин, мы уже нормально самого с вами потратили. Подальше заморозку, чтобы побольше героев заморозить. Ну, давайте, тащите 32, 33, 34, 36, 38, 39. Ну, да блин, жесть, просто издевательство. Еще надо немножко удачи, конечно, чтобы герои у вас правильно забежали. Пробуем. Раз, два. Стартанул с ледяхи, заморозку подальше закинул. Возможно, надо взять вместо этого просто удар. Мы, в принципе, бы, наверное, уже и прошли, я тоже не подумал. Сейчас мы это сделаем, то, о чем я говорил. Берем магию, выбираем вот это. Ставим сюда метеор. Но метеор у меня, к сожалению, здесь не прокачанный. Вот что самое печальное. Метеор у нас, ребятушки, не прокачанный. Ну, попробуем даже такой вариант. Может, хоть немножко поможет. Так, все. Всех наняли. Все живы, все здоровы. Еще у нас нету смотрителя. То тоже, скажем так, немало важно, тоже такую хорошую роль исполняет. Это или нормально все будет, или все будет good. Ну, вот видите, вот именно тотем с этим мне дает 44. Тыква где-то жива еще. Тыковка, я в тебя верю. Ага, конечно. Да, метеор у нас здесь слабенький. От него толку тоже не будет. Но если у вас будет нормально прокачанный метеор, то в принципе хороший вариант.
все-таки верну обратно Ярис Арес. Так. Ну, поехали. Блин, ну вот реально самая еморная подземка со всего. И по сути здесь лучше тыковкой стартовать, наверное. В некоторых вариациях. Почему? Потому что она быстрее разгон получит. Опять же, это все рандомно. Все зависит от того, как ваши герои зайдут. И у нас 43%. И опять та же самая фигня. До 50% доходим. Ну, должно ж нам уже повезти, наконец-то. Ну. Блин, магию не нанял. Да, ребятушки, вот так вот. Так вот и мучаемся. Ну, это я мучаюсь. Вы-то можете со своими героями без проблем. Чем подальше закинули. Даже попробуем без ярости. Не, малышник, видите, попали. Малышник застопорил. Блин, жесть какая-то. Реально. Самая злобная подземка со всех. Имеется в виду. До седьмых. На восьмых там все злобные будут для нас. А давай выкидывайся. Вот неправильно выкинул. Рядом тоже. Они вырубают с одной тычки такие герои. Странно, блин. Вот что значит хороший деф. Качаете огненку, качаете сона максималку и просто вам пофиг будут эти подземки. Так, давай убегай отсюда, бро. Давайте раз, два. Вот ледяху у нас убили. А без ледяхи здесь тоже будет, ребята, реально проблема. Потому что некому замедлять героев, и они будут бежать к вам и вас сливать. Так, замедлением хоть какой-то шанс есть. Как-никак мы дошли этим составом до максималочки практически. Так, ладно, пробуем опять. Дальше заморозку. Ну, выкидывайся. Блин, Арктика. Арктика сняла все бафы. Коза. Это пиздец какой-то. Уже начинает бомбить. Это самая злобная подземка. А все из-за того, что нам не на ком зависнуть. Вся проблема. Нету героя, который... Который просто бы нам помог. Блин, вообще печаль какая-то. Посмотрите, вообще печально начинается. Начинается печаль. Так все хорошо начиналось. Как мы хорошо шли. И что в итоге? 20 минут, блин. 20 минут на какую-то долбанную подземку. Вот видите, выкинул. Надо с бочки, наверное, стартовать все-таки. Хотя с бочки стартовать. Ну, с другой стороны, у меня тыква хорошей сборки. Она не должна, по идее, терять разгончик. Сейчас попробуем обратно же. Наш добрый старый метод с бочечки. Заморозочку включили. Самое главное, чтобы еще одержимый у вас не включился. Почему? Потому что одержимый, падла, он тоже... Ну, 40, 44, 47. Да, ребята, мы ее прошли. Мы ее просто изи прошли. Даже пройдем сейчас на 3 звезды. Просто налегке. Да, все-таки тритонище тащит. Ну и что? Поехали. Поехали к восьмым. Близится. Кошмарка 7-10. Ну, я думаю, тут у нас особо проблемы, пойдем по старинке. Кто-то мог, конечно, падли натыкали. С этой стороны нету.
Не знаю, что у нас в итоге сейчас получится. Стартуем с тыквы. Оттягиваем по максимуму, пока этот зарядится. Ну и дальше спамим по максимуму. Это не точно тритон слился. А если слился тритон, то слились практически все герои. Но не факт. Это не точно. Да, не пройдем мы сейчас с первого раза. К сожалению. У нас нету смотра. Был бы у нас еще смотр, тогда, возможно, да. Так у нас такой состав. Два героя. Тут, возможно, мы бы и прошли дальше. Перезайдем. Так, есть. Что это я делал? Стартуем отсюда. Попробую такой вариант, но это вариант такой себе. А тритона опять слили. Опять тритона слили. Падлы. Так. Тягиваем по максимуму. Смотрим так, чтобы он не заряжался. Ну, а дальше просто. Просто изи удача, ребят. Жесть. Да, я чувствую, я тут сейчас тоже зависну. Моей удачей. Да, с тотами, конечно, гарнизону сложно бороться. Тыкву слили. Блин, да жестко. Что-то вы сливаете нас, ребята. Что это за фигня? Имейте какую-то совесть. Это все-таки гарнизон. Оттянул я, толку, как видите, никакого. Даже я оттянул уже заморозку. Все равно сливаются. А нам надо пройти на 3 звезды. Для более-менее нормального фарма. За 8 я пока не думаю, но хотя бы 7 надо дофармить. Жесть какая-то, просто стычки нафиг выносят. Они издеваются над нами. Как первый заход был такой хороший? Такс. Ну, блин, Ронины внизу. Ай, мы их не пройдем. Надо, знаете, что делать? Надо, наверное, все-таки смотра пробовать здесь, как вариант. Убирать ангела. Хотя ангел тоже нам пользу дает. Ставить... Ставить, кого поставить. Поставить стрелку, ну, например, попробуем такой вариант. Я не знаю, ли у нас смотр сейчас будет активирован. Но по идее, да, зеленый есть. Еще пару попыток таким вариантом, если нет, будем пробовать и стартанем. С бочечки.
Не вариант. Блин, сложно. Я думал, что подземка... Ну, хотя первая попытка у нас была реально классная. Я думал, что будет намного полегче. Но две звезды-то мы прошли. Ну, что нам такое две звезды? Нам надо три. Попробуем, стартуем. И даем им зарядиться. Так, первые слили. Блин, и дальше ледяху у нас ушатали. Обидно, обидно, обидно. Но самое главное, чтобы у нас тритонище жило. Тритонище у нас слился. Видите, ронины. Вот еще один момент на этой подземке. Это ронины. Очень сложно попасть еще в кулдаун. Но шансы, я вам скажу, есть всегда. Да, морозить, морозить тоже надо сразу, потому что очень башни станет и не можем дальше пройти. Но, как видите, в принципе, плюс-минус получается неплохо. Так, давайте еще пару попыток. На удачу. Ну, самое... Да, блин, выкидывайся, ёпарасете. Просто писец какой-то. Эти малышеники, их надо тоже успевать убивать. Если не успеваешь убивать малышей. Ну вот, вроде классно, круто. Опять же, остались ронины. Бочка тут одна ничего уже, к сожалению, не сделает. Блин, обидно. Ну, ничего не сделаешь. Это все-таки гарнизон. То есть стоит учитывать то, что они не могут быть мега-мега-мега. Не мега-супер-пупер. Так, ну, блин. Вроде и классно, но тыковки нету. Нету тыковки, блин. Осталось 2 опять ронина. Единственный вариант, конечно, смотр. Но что тут два этих героя сделают против этих всех башен за столько времени? Нет, тут не вариант. Бочка, конечно, классная, но она одна соло не ушатает всю подземку. К сожалению. Так, давайте, сколько там у нас еще? Попыток есть, попробуем. Если нет, будем уже на следующий раз пробовать проходить. Самое главное, что мы осилили 7-9. Подальше закидываем магию, спам. Еще мина, вот видите, малышник. Не попали в кулдаун, блин, с малышником не успел. Тритон убить и все, и печаль. Все, ребята, последняя попытка. И ждите, наверное, следующий видос. Прохождением, но это писец. Я, честно говоря, разочарован. Она была намного легче. По крайней мере, должна быть намного легче, чем 7-9, но, к сожалению. Вот дали разгон тритон. Тритон просто слился. Возможно, сейчас мы сделаем еще один маневр с вами. Так, замедляха, понятно. На тритона вместо ладушки поставим железку. Такой вариант попробуем. Может, это поможет. Чтобы он непрерывно просто у нас включался вот этот вариант, то есть он будет сливать вражеских
героев получше. Ну, как вариант, то есть он не будет станется некоторое время, и вот, в принципе, результаты, думаю, вы видите. То есть вот в чем проблемка или загвоздка была. Пробуем 5 попыток. Да, это реально самые сложные кошмарки, которые нам пока попадались. Это будет все позади. Впереди у нас 8. Там будет веселей. Ну, тритонище, ну чё ты не бьешь, бро? Смотрите, какое западло. Чуть-чуть не хватает, совсем чуть-чуть. Это просто капец. Он просто не успевает, я не знаю, то ли разгоняться, то ли ударить. Сейчас вроде нормально все было, вот не попали в кулдаун с ронинами, и все, ронины нас просто развалили. 45%. А самая основная задача на этих подземках — это уж дать ронинов. Остальные вроде убиваются более-менее неплохо. Попробуем сейчас с другой стороны. Сюда забежать. Вот опять же та же самая картина. Остались ронины, тыква осталась. Ну, тыкву. Тыкву ронины разбирает. Чуть-чуть не хватило. Так, попытка номер. Не знаю, какая уже. Реально, самые-самые сложные подземки у нас будут. Попробуем стартануть с бочки. Нафига я вышел? Ух ты, там слили тыкву. Без тыквы, если тыква у нас жить не будет, давайте попробуем пересоберем тыкву. Попробуем такой вариант. Мне вот интересно. Спасет ли нас это или нет? Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, ребятушки. Ну а кто дальше будет всех убивать? Одна бочка осталась. В общем, вот так вот, ребят, не знаю. Пишите комменты, ставьте лайки и ждите прохождения последней кошмарки. Но она пока не поддается. Рандомчик. Всем удачи, всем пока.